Серёж, в состоянии полосы запроси. Сейчас. Я им сказал, их неразборчиво слышно. Подойдем поближе, они подготовят информацию полностью. Ветер 45 градусов, 2 метра. Давление 763. Экипаж выпустит шасси. Закрылки 20. Полосу наблюдаю, садимся. Фары включить. РВ-2, высота 100 метров. ВВЗ 10-60. 70 метров. 50 метров. 40 метров, 280. 30 метров. 20 метров. 10 метров. Снижаемся еще. 8 метров. Вот и еще один день наступил. Самый обыкновенный, обычный день зимовки. Я без тебя, как полярная ночь без сияния. Ты прилетай, ведь любви не страшны расстояния. Если кто-то одинок и в пути застряла почта, где ты, почта, это очень срочно слышишь. Где ты, почта, это очень срочно. Здесь утра нет, здесь метельная ночь на полгода. Здесь мой рассвет, замела, занесла непогода. Если ветер ледяной и укрыта мглою тундра, жить без утра это очень трудно, слышишь? Жить без утра это очень трудно. Ты мне поверь, ты полюбишь бескрайние шири. Ты прилетай, будет все точно так, как решили. Если вьюжно на земле и на сердце тоже вьюжно, верить в дружбу это очень нужно, слышишь? Верить в дружбу это очень нужно. Если вьюжно на земле и на сердце тоже вьюжно, верить в дружбу это очень нужно, слышишь? Верить в дружбу это очень нужно, это очень нужно.